Мало поймать толстого лобика, еще нужно вкусно его приготовить. И в этом мне поможет наш кулинарный эксперт Максим. Привет. Привет. Мы будем готовить из толстого лобика шашлык. Да, мы будем готовить шашлык. Все голодные, проголодались, сегодня ловили. У нас он уже подготовленный, мы его почистили, разобрали. Я так понимаю, что сначала нам надо его порезать. Да, мы порежем, только не маленькими кусочками. Смотри, где-то приблизительно вот таким порциональным. Ну, сантиметра два. Да. И ровненько режем. Оп. Смотри, какая баржа. Прикольно. Вот бы покататься. Берем лук в кастрюльку, рыбу не кладем. Угу, только лук. Сейчас кое-что придумаем, еще из лука сделаем. Для того, чтобы нам извлечь побольше сока из лука, мы его чуть-чуть посолим. Улетела наша мисочка. Нас умеет. И будем сильно-сильно его жать. Пробуй. Не жать? Сначала перемешай, а потом жми. Смотри, берешь так. А, надо нажимать. Да. Он сейчас от соли пустит сок. Можно, можно будет уже готовить. Теперь берем вкусную эту рыбку и кладем все туда. Все в кастрюльку. Берем приправку вкусную. Ну, основная приправка — это смесь перца. Берем еще лимончик. Половинка лимона. Рыбку мы уже замариновали. Постоит у нас 20-30 минут. За это время мы подготовим мангал. И будем жарить шашлык. И будем жарить вкусный шашлык. Рыбка у нас на шампурах. Для того, чтобы она у нас была сочной и румяной, мы возьмем маслице. Смотри, жарим 4 приема. С одной стороны зарумянили, вот получилась золотистая корочка, перевернули на другую сторону, потом на третью и на четвертую. Все, и мясо готово. Итак, рыбка готова. Класс. Держи. Прям так? Прям так, как, знаешь, как идет? Так. И как? Вкусненько? Еще можно сделать. Вот так, смотри. Берешь лимончик, добавляешь. Там достаточно лимончика. Ну, это кому как нравится. Мне нравится, когда больше лимончика. Я сейчас все съем, там еще на группу. Подходите, налетайте.